Девчонки, всем привет! Всем любителям косметики и фреше посвящается. Сегодня небольшой заказик у меня по июньскому бланку. У меня просто заказала клиентка крем для рук с арникой, да? Я уже ей отдала его. Я его заказала в количестве двух штук, два по цене одного. Сейчас мы посмотрим. Следующее я заказала набор гель для душа с хамамом, да, органа и роза. Очень приятные, с орешками, с хамамом, таким вот запахом восточным. И кофейный, всеми любимый, практически всеми аромат. Такой гурманский, сливочный, кофейный, очень вкусный. Ну и прислали в качестве комплиментиков вот такой парфюм Evidence 100 мл. У меня все Эвики забрали. Эвики, это мы так чисто на своем лексиконе разговариваем, да? Эвиденсики. Не знаю, для меня это восход солнца. Поэтому я его так привыкла называть. По-свойски, так скажем. Шипровый, ландышево-розовый, классический, так скажем, старой школы, парфюм на все времена. Чистого, знаете, классика-классика, шлейф бомбический, очень стойкий. Неделю точно будет держаться, это 100 пудов, 100% на одежде неделю будет держаться, вы будете его чувствовать, и на себе чувствуете, и окружающие чувствуют, и вы проходите, уже ушли, а шлейф остается, и окружающие понимают, что вы прошли, то есть такой вот аромат на все времена. Кто-то любит, кто-то ненавидит такие, но я поняла, что молодежь такие не любит, а вот когда становишься старше, уже хочется вот таких шипровых, интересных, каких-то вот даже немножко в ретро-стиле ароматов. Мне вот иногда хочется. Нет, не на постоянной основе, потому что надоедает. Но вот иногда, когда хочется, чтобы остался от тебе такой след, да, вот как бы когда ты прошла, да, то есть в коллективе. Он не душит, нет, но вот он оставляет такой приятный какой-то вот свой эвиденсовский шлейф и след. Ну, то есть такой специфический аромат, таких больше нет. Поэтому, кто не пробовал, обязательно попробуйте. Он стоит своего внимания, это точно. И второй комплимент в замятой упаковке. Любители в кавычках замятых упаковок, да. Да, не очень приятно, конечно, но будем терпимее. Сыворотка антиглобаль ночная на масляной основе. Я одну такую использовала. Очень нравится. И особенно для зимы. Очень хорошо питает кожу. Я на ночь под крем. Поэтому кожа напитанная, с лифтинг-эффектом. Восстанавливающий двухфазный ночной концентрат для молодости кожи с концентрированным нектаром бутонов сирени. В общем. Конечно, бомбическая сыворотка. И у меня клиентке тоже она понравилась. Ну, вот взяла, конечно. Ну, что ж теперь сделаешь? Ну, замятость. Ну, ладно. Простим этой компании Фраше за ее щедрость. Да? Но кто, вот, например, еще претензию не составлял, но хочется, да, составить, то можно позвонить им. И сфотографировать, там куда-то отослать, что вот, мол, такая пришла. Они, по-моему, один раз позволяют, вот так вот претензию принимают и высылают новый продукт. По крайней мере, раньше так было, сейчас я не знаю. Вот, я, конечно, ничего не буду тут бодаться. Мне не то, что все устраивает. Ну, ладно, я себе возьму, как бы, но уже, да, мне не подаришь, согласна. Поэтому претензии имеет место быть, что тут говорить. Но из-за этого явно не стоит расстраиваться и портить никому настроение. Поэтому всем хорошего дня и всем пока-пока. Пишите, что вы заказывали из этих позиций. И вот, как всегда, вот такая вот у меня накладная на 1530 рублей. Очаровательно. Просто прелестно. Согласны? Ставьте лайки. Спасибо вам за вашу доброту, отзывчивость, комментарии, подписки. Всем пока-пока!